Металлоконструкции летели с высоты вниз. Чудом никто не пострадал. Порывом ветра оторвало отделочный материал на жилом доме на Павловском тракте. Штормовой ветер повалил деревья. Так, на проспекте Космонавтов дерево упало на автомобиль. От порывов ветра не устояли и деревья в Изумрудном. Парк временно закрыли для посещения. Ветер ломал и березы возле барнаульских школ. На улице Георгия Исакова, недалеко от детской площадки, также обрушилось дерево. К счастью, никто не пострадал. А вот в Бийске без пострадавших не обошлось, сообщают жители в социальных сетях. Так, в районе частного сектора на дорогу упал тополь. Ветки дерева разбили лобовое стекло легковушки, из-за чего пострадали люди в салоне. Подробности их состояния сейчас уточняются. Возле торгового центра «Огни» ветром снесло забор на остановке. А что касается центрального проспекта города, то там произошло сразу несколько инцидентов. На крыше многоэтажки завалилась антенна. Прямо под ноги девушки рухнула спутниковая тарелка. Сильного ветра не выдержало и ограждение на мосту на Новом рынке. Как сообщили в мэрии Барнаула, этой ночью конструкцию восстановят. От стихии пострадали и остановки. На улице 80-й гвардейской дивизии остановочный павильон завалился на бок. На остановке кинотеатр «Россия» с павильона сорвало крышу. Из-за ухудшения погодных условий в регионе энергетики работают в усиленном режиме. Оперативно реагируют на локальное отключение электричества, устраняют нарушения на энергообъектах, связанные с непогодой. Городские аварийные службы Барнаула также устраняют последствия шторма. Убирают упавшие деревья и восстанавливают остановочные павильоны. А между тем, сегодня и завтра в городе продолжит бушевать стихия. Ожидается похолодание, дождь, мокрый снег, гололед и мощные порывы ветра. В случае ухудшения погодных условий дорожники готовы выехать на улицы города, спасать барнаульцев от снежного плена и гололеда. Горожанам же настоятельно рекомендуется отказаться от поездок и по возможности оставаться дома. В случае чрезвычайных происшествий незамедлительно набирать номер 112. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком.